І знову ми повертаємося до теми заяв Трампа і про те, що головний конкурент його зняв свою кандидатуру з виборів президента США. Йдеться про Рона ДеСантіса. І от як будуть далі розвиватися перегони в Сполучених Штатах? І не тільки про це будемо говорити з Юрієм Рашкіним. Це депутат округу Рок, штат Вісконсин і ведучий ютуб-каналу Рашкін Репорт. Пане Юрію, мої вам вітання щирі. Вітаю вас, спасибо за приглашення, слава Україні. Героям слава. Хотіла запитати, ДеСантіс знявся на користь Трампа, так? Залишається ще тільки Нікі Гейлі. От наскільки в неї є серйозний шанс позмагатися за кандидатство з Дональдом Трампом? Чи Дональд Трамп – це вже 100% кандидат від республіканської партії на 90, там 99%? Главное, я думаю, понимать, что чем меньше кандидатов в гонке, тем хуже это для Дональда Трампа. Потому что когда появляются другие кандидаты, то они начинают дробить поддержку, а его ядро в него верит. Оно его боготворит до такой степени, что в Айове, в которой только что прошли кокусы, республиканцы, которые были в церквях, религиозных, консервативных церквях, которые не поддерживали Трампа, эти республиканцы покидают эти церкви и идут в церкви, где поддерживают Трампа. То есть приоритеты для них очень важны и понятны. И как Рон ДеСантис мог надеяться на то, что он может оказаться лучше Трампа, ну невероятно. У него нет ни харизмы, у него нет никакого как бы он не любит людей. Трампу, по крайней мере, нравится быть на публике. У ДеСантиса видно, что ему это болезненно. Он как бы страдает от начала до конца. Его единственный, кажется, момент, когда он вышел из гонки, он выглядел вполне довольным. Но, правда, когда он в Твиттере дал свое заявление, выяснилось, что это ложная цитата, и Уинстон Черчилль никогда такого не говорил. Так что 5%, которые были у ДеСантиса в Нью-Хэмпшире, вернутся обратно к Трампу. Тут и вопроса нет. Поэтому ДеСантис его так быстро поддержал. И он, и Рамасвай. Это люди, которые говорили, истаблишмент, элиты, никогда не допустят до Трампа до выборов, поэтому голосуйте за меня. А когда им говорили, а кто такие элиты, вот было замечательное интервью с Рамасвами, который сказал, элиты, ну это говорит, прокуроры, судьи, журналисты, так что понятно, с кем эти люди борются. А Ники Хейли представляет тех адекватных людей, которые продолжают верить в то, что республиканская партия может быть силой добра. И может как бы ценить международные рынки, коммерцию, то, что мы лидеры на планете. Это то, что было ценностями республиканской партии. А теперь они перевели это в такое очень авторитарное русло, и приходится Ники Хейли даже избираться и нежно журить президента Трампа за то, что он никак не может разобраться, Ники Хейли или Нэнси Пелоси были ответственны за безопасность 6 января в Капитолии. Дональд Трамп уверенно заявлял, что это была именно Ники Хейли, которая не взяла тех 10 тысяч солдат, которые, как мы все знаем, он не предлагал, но сейчас он заявляет, он предлагал прийти на Капитолий. Так что у него в голове сейчас происходят невероятные вещи. Но что интересно, если бы это был Джо Байден, о, нам бы уже все рассказывали, что Джо потерял все, что у него было, срочно нужно его менять. Это типичная такая реакция демократов. Как говорятся, это пожилые женщины, которые сжимают свое ожерелье. О боже! А на самом деле мы видим, что ситуация у Джо Байдена очень хорошая, потому что как раз Трамп, это тот, кто теряет полную связь с реальностью, и его троллинг Байдена выглядит все страннее и страннее, когда это Трамп, который не может вспомнить, против кого он избирается, и при этом он на 99,9% выиграл и владеет республиканской номинацией на президентство. О чем это? Что это нам говорит о республиканской партии? Пане Юрію, хотіла вас запитати. Ми знаємо, що окрім виборів президента, так, 5 листопада в Сполучених Штатах Америки переобиратиметься частина Конгресу. І скажіть, будь ласка, от для кандидатів-республіканців особиста підтримка Трампа буде важлива чи ні? І чи допоможе вона їм? Да, якщо не підтримувати Трампа, то ви вже практично не республіканець. Вы какой-то райно, как они говорят, Republican in name only. То есть только по названию вы республиканец, но в душе вы уже, ну не знаю, социалист, коммунист, марксист. Страшно подумать. Ужасные вещи. Поэтому поддержка Трампа, его ядро никуда не уйдет.
его 25-30%. Трудно понять, потому что в Айве проголосовало 2% избирателей. Там был ужасный шторм, погода. И непонятно на самом деле, насколько его поддержка, что там есть. Поэтому в этом смысле мы все ждем новых праймериз и кокусов, чтобы понять, какая на самом деле поддержка у Трампа. Но он владеет республиканской партией, и даже Ники Хейли говорит о том, что и когда ее изберут президентом, она простит Дональда Трампа за все его преступления, потому что ее избиратели, они понимают, им нужны избиратели Трампа, они пытаются их переманить на свою сторону, сказав, что они помилуют Трампа потом, после выборов. Ну, это как-то печально, это печально, но, знаете, Ники Хейли даже не могла сказать, что рабство было причиной гражданской войны, потому что она понимает, ее избиратели этого не хотят слышать. Республиканской партии такие вещи не заявляются. Поэтому она, значит, говорит, что это была проблема власти, штатов, что угодно. И вот приходится подстраиваться под такой странный электорат просто с пониманием того, что в конце концов они являются меньшинством в стране. И главное, чтобы в этих 5-6 штатах, в одном из которых я имею честь и удовольствие находиться, штат Висконсин, проголосует за Байдена и таким образом вставит тот осиновый кол Трампу, который будет продолжать избираться, несмотря на то, что по Конституции он, в принципе, уже... Все уже. Он по Конституции может только 2 раза быть избранным. И если ему верить, он уже был 2 раза избранным. Так что куда он дальше идет? Но он будет избираться до конца жизни, потому что это для него будет единственный способ пытаться избежать тюрьмы. Скажите, пожалуйста, пане Юрію, останні заяви стосовно України, так, це дві їх прозвучало, і цього разу, останній раз, він пішов ще далі. Тобто, якщо минулого разу він казав, що як стане президентом, то він вирішить питання війни в Україні. Тепер він заявив, що він може вирішити питання війни ще до того, коли він стане господарем, так, в Білому домі. Це спроба таким чином показати слабкість Байдена? І чи буде ця тема України звучати як один з лейтмотивів виборчої кампанії в Трампа? І використовувати він буде для того, щоб перемогти Байдена? Знаете, это интересный вопрос, потому что традиционный ответ – внешняя повестка не имеет никакого значения на внутренних выборах. Ну, просто нам хотелось бы, мы бы хотели, чтобы это имело какое-то значение, но это мало кого волнует, когда люди идут голосовать, это не имеет решающего значения. Решающее значение – это экономика и так далее. С другой стороны, то, как активно борются республиканцы с Украиной, когда мы говорим про законодателя, про трамповское крыло, мага, заставляет меня думать о том, что они заставят своих избирателей думать о том, что Украина это плохо, а Трамп это хорошо, раз Трамп против Украины. И, соответственно, нужно теперь будет, ну, мы это увидим, потому что сейчас нужно срочно пробить поддержку пакет для Украины и всех демократий, потому что уже через несколько недель, когда Трамп зацементирует свою номинацию, то будет невозможно тогда пробить что-либо за Украину, и это говорит о том, насколько эта тема становится политизированной. С другой стороны, конечно, мы знаем, что республиканцы и демократы никогда ни о чем не договариваются в год выборов, потому что говорим о компромиссе после того, как выиграл, а не прямо перед выборами, потому что иначе тогда зачем за тебя голосовать? Можно и за других. Ну, в общем, это, так сказать, как работает американская политика. Поэтому то, что Трамп сейчас рассказывает о том, как он обожает сильных людей мира сего, и как хорошо, когда сильный человек заправляет вашей страной, сказал он про Виктора Орбана и Америку, просто заставляет меня думать о том, вообще, как быстро, если бы он, не дай бог, стал президентом опять, как, столько, сколько бы прошло времени перед тем, как Трамп сказал, что нам нужно договориться с Путиным, отдав ему Аляску. Пане Юрі, дуже коротко, то з огляду на те, що ви відповіли щойно, у мене складається враження, що Трампу максимально довго потрібно затягувати питання виділення грошей для України. Так. І, можливо, там за 2 місяці зробити такий козирний хід. Ми підтримуємо і ще запропонувати кілька разів більше зброї виділити Україні. Такий варіант може бути? Я думаю, что есть много вариантов. Надежда сейчас на то, что в Сенате проведут законопроект уже на этой неделе, и что под давлением невероятной коалиции тех, кто хочет помочь Украине, и тех, кто хочет помочь границе, нам удастся протолкнуть, чтобы было голосование в Палате представителей, где мы видим Трамп и спикер Джонсон. Трамп контролирует Джонсона, и Трамп не хочет никакой сделки с демократами вообще. Проще разморозить российские деньги, чем сердце спикера Джонсона. Почула. Дуже дякую, пане Юрію, вам за включення в наш ефір. Глядачам нагадаю, що у мене був на зв'язку Юрій Рашкін, це депутат округу Рок, штат Вісконсин і ведучий YouTube-каналу «Рашкін Репорт».